Армения. Армянское Нагорье. Горный остров. Так эту землю называют, потому что она находится выше окружающих ее стран и известна своими величественными горными хребтами, живописными плоскогорьями и потухшими вулканами на высоте 1500-1800 метров над уровнем моря. Именно здесь, на этой земле, в далеком историческом прошлом, протекала жизнь армянского народа, одного из древнейших современных народов. Самые первые сведения об Армянском Нагорье и его жителях восходят еще к XIV веку до нашей эры, а первое упоминание названия страны – Армения – встречается уже в клинописях персидского царя Дария I, который правил еще в 522-486 годах до нашей эры. В силу того, что Армянское Нагорье имело большое стратегическое значение, в более поздней эпохе Армения стала яблоком раздора между всеми сопредельными государствами и империями. За эту землю сражались Рим, Парфия, Персия, Византия, Турция, Грузия, Османская империя, Россия. Ее пытались завоевать почти все могущественные страны древнего мира, а в начале 20 века эта страна едва не исчезла с лица земли. Даже исторические и архитектурные шедевры, которые сохранились до наших дней, претерпели не одно землетрясение и не одну попытку уничтожения со стороны чужестранцев. Глядя на величественные памятники веры и культуры этой страны, становится очевидно, что на протяжении всей истории существования армяне не отреклись от своей веры и имени своего бога даже тогда, когда страна практически не раз теряла свою государственность. Именно христианская церковь для армян была символом единения и выживания. Не случайно, что основная часть уникальных достопримечательностей Армении – это христианские храмы. Хор-Вираб. Монастырь Хор-Вираб в переводе с армянского – это глубокая яма. В древние времена здесь была самая обычная тюрьма, а яма-подземелье, куда бросали преступников, как жестокое напоминание, сохранилась и до наших дней. Сейчас туда можно спуститься по узкой лестнице. В те времена тюремными камерами служили обычные ямы, а глубина темницы зависела от степени содеянного злодеяния. Вот эта яма считалась самой глубокой – 6,5 метров.
Такие глубокие ямы были специально выкопаны для смертников и были полны ядовитыми змеями и скорпионами. Просидеть в такой яме больше 2 дней было практически невозможно. А к смертной казни приговаривался прежде всего тот, кто не выполнял указания царя. Царем Армении был тогда Тардат III. Одержав большую военную победу, он издал указ, чтобы все жители совершили обряд жертвоприношения языческим идолам. Сподвижник царя Григорий Просветитель отказался принести подобную жертву, объясняя это тем, что он, как христианин, верит в единого всемогущего небесного Бога. Из-за неповиновения, после долгих терзаний и пыток, Григория бросили в яму смертников. Но произошло чудо. Григорий не умер. Григорий сумел не только выжить, но и прожить в этой яме 14 лет. Неизвестная женщина каждый день давала ему хлеб и воду. Вот через эту прорезь. А царь Тардат III потерял человеческий облик и впал в тяжелое, буйное, длительное сумасшествие. Но вот однажды сестра царя Хосрова Духт увидела сон. Во сне ангел сказал ей, что царя может исцелить только Григорий Просветитель. Поверить в то, что обычный человек, однажды попавший в эту темницу, выживет, было невозможно. Но пророческий сон повторился 3 раза. Стражники направились к яме. И на удивление, они нашли Григория Просветителя живым. Его вытащили из ямы и отправили во дворец. Григорий Просветитель помолился за царя и его придворных. И чудесным образом царь Тардат III исцелился. Так, после всех этих событий, по приказу Тардата, с 301 года Армения становится христианской страной. В 642 году католикос Нерсес строит над тюремным подземельем, где сидел Григорий Просветитель, часовню из белого известняка. Впоследствии эта часовня была разрушена, а вместо нее в 1662 году построена ныне существующая церковь Сурб Аствацацин, то есть Святая Богоматерь. Армянская церковь считается апостольской церковью, так как первыми христианство в Армению принесли апостолы Фаддей и Варфоломей еще в 1 веке. Но за то, что Григорий принес свет христианской истины на землю Армении, люди стали называть его Григорием Просветителем. Для армянской апостольской церкви монастырь Хор-Вираб – это священное место. С территории монастыря открывается красивейший вид на священную библейскую гору Арарат и на саму Араратскую долину. На этом месте еще в 303 году находился древний языческий храм. Согласно преданию, однажды первому патриарху Григорию Просветителю было видение, что Христос сошел с неба с огненным молотом в руках,
и указал ему место для постройки собора. Тогда здесь и была заложена новая церковь, названная Эчмиадзином, что по-армянски означает «сошел единородный». Собор Эчмиадзин находится недалеко от Еревана. Это место почитаемо армянами всего мира, так как сейчас здесь находится не только центр армянской апостольской церкви, но и сам собор считается одним из самых древнейших памятников христианства. Репсиме. Принятие христианства Армении также теснейшим образом связывается с мученической смертью святых дев репсимиянок. Согласно преданию, группа девушек-христианок родом из Рима, скрываясь от преследований императора Диоклетиана, бежала на восток и оказалась в Армении. О Боже наш, любвеобильный Господь, очисти нас, освети нас, своей святой любовью вооружи нас. Отец Небесный, справедливый Господь, очисти нас, освети нас, благослови нас, своей святой любовью
вооружи нас. История говорит о том, что когда римский император Диоклетиан видит неописуемую красоту Репсиме, он тут решает взять ее в жены. Но Репсиме, посвятившая свою жизнь Христу, дает ему отказ. Поняв, что император никогда не смирится с отказом, она вместе с другими девами спешно и тайно покидает Рим и скрывается в Армении. Император Диоклетиан пишет письмо тогдашнему царю Армении Трдату III и просит разыскать беглянку Репсиме. Трдат быстро находит девушку и настолько пленяется ее красотой, что решает не отправлять ее в Рим, а взять себе в жены. Репсиме, считавшая себя невестой Христовой, на очередное предложение со стороны Трдата III снова дает отказ. Тогда Трдат зовет к себе настоятельницу дев Гаине и требует, чтобы она наставила ее на путь истины и уговорила Репсиме выйти за него замуж. Но, несмотря на присутствие переводчика, Гаине говорит: «Репсиме, сестра моя, не обманывайся и не обольщайся земными сокровищами. Наше сокровище на небесах. Христос – наше сокровище». Когда переводчик передает царю смысл сказанного, Трдат в гневе отрезает Гаине язык и пытается силой завладеть Репсиме. Девушка отчаянно молится, и Господь дает ей сверхъестественную силу. На удивление царя, Репсиме побеждает могучего мужчину. Царь, потерявший голову от любви, достает меч, убивает Репсиме. И приказывает убить всех остальных дев. Но так как они умерли на армянской земле, они тоже считаются армянскими девами. Ты жизнь отдала ради того, чтобы не потерять любовь Божью из сердца своего. Мы тоже хотим быть похожими на тебя. Ходатайствуй Богу, чтобы мы тоже искренне и чистой любовью любили нашего Бога-Творца. Здесь, на месте казни Репсиме, еще в IV веке была построена небольшая часовня. А в 618 году католикос Комитас сносит эту часовню и воздвигает на этом месте нынешний храм Репсиме, который сохранился и до наших дней как лучший образец крестово-купольных храмов средневековой Армении. Гаине. Суп Гаине Егванка и Спесуп Римсимен. Сказмакаша Джанам, Григор Лусаворич, Ерпор. Монастыри Гаине и Репсиме были сооружены на том месте, где они были убиты. Изначально, как гласит история, Григорий Просветитель, во свидетельство мученической смерти дев, построил на каменных основаниях деревянные часовни. Впоследствии монастыри Репсиме и Шакагат
тоже были перестроены в каменные. Этот каменный храм был построен еще во времена католикоса Езра в 630 году. Самый трудный период церкви был во время советского правительства. Все монастыри были изуродованы, но, слава Богу, стену не тронули. Здесь, в этой церкви, даже коней держали. Ну, вы знаете, наш народ был привязан к церкви, регулярно посещал служения. А тогда только функционировал кафедральный собор. Все эти монастыри были заброшены, никто не присматривал за ними. Не было ограждений, кругом были разбросаны камни. После 1965 года, во времена католикоса Вазгена I, стали восстанавливать храмы. Шагакат. Шагакат в старину был действующим монастырем, а сейчас выполняет функции церкви. Тут проходят богослужения, крещения и литургии. Как гласит предание, Григорию Просветителю, когда он молился на этом месте, было видение, что здесь должны быть сооружены кафедральный собор и монастыри Гаене, Репсиме и Шагакат.
Сейчас монастырь называется Шагакат. Здесь погребена дева Марьяне. Она тоже была из числа дев репсимиянок. Узнав о том, что царь собирается уничтожить всех дев, она попыталась сбежать. Но ее настигли именно на этом месте и убили. Мощи девы Марьяне Григорий Просветитель захоронил здесь и соорудил деревянную часовню. А в 1694 году ее перестроили уже в прекрасную каменную церковь. Вот здесь была давильня. Здесь, за городом, девы делали и продавали бусы. И на это жили. Вот на этом месте была сооружена часовня. Но, как видите, она сейчас разрушена. Казнь дев репсимиянок произошла приблизительно в 300 году. Эта казнь вызвала у царя сильное душевное потрясение, которое и привело к тяжелому заболеванию. Название же «Шагакат» связано с видением Григория Просветителя. В переводе с армянского языка «Шагакат» означает «ниспадение луча». Вслед за христианством в Армению приходит и христианская культура. Вот здесь, в центре Ошакана, стоит церковь святого Месропа Маштоца. Она была построена уже в 19 веке. На месте церкви основана еще в 5 веке нашей эры. В 301 году Армения приняла христианство на государственном уровне. И с этого момента возникает необходимость распространять христианство по всей стране. Но проблема заключалась в том, что в стране не было не только своей письменности, но и алфавита. Библия в то время была не переведена, а Священное Писание на принятых в то время латинском, греческом и ассирийском языках для многих было просто непонятно. Под алтарем этой церкви могила Месропа Маштоца, великого создателя армянской письменности. И Месроп Маштоц ощутил важность и острую необходимость в собственной армянской письменности. Возвратившись в столицу, он обратился к тогдашнему католикосу Сааку Партеву, а затем и к царю Врамшапуру.
Он получил благословение царя и отправился в Месопотамию, в город Едесу. Тогда это был некий учебно-научный центр. Долгий и изнурительный труд не дает никаких результатов. Отчаявшийся и разуверившийся Месроп Маштоц молится. И вдруг, в момент молитвы, ему видятся буквы. Армянский алфавит построен так. Первая буква армянского алфавита – «Айб». Это первая буква слова «Бог». А заканчивается армянский алфавит буквой «Кей». Это первая буква слова «Христос». Интересно, что если поставить буквы алфавита в форме треугольника, то на вершинах углов окажутся буквы «Айб», то есть «Бог», «Се», то есть «Святой Дух», и «Кей», то есть Христос. Помимо этого, первый армянский алфавит служил в качестве чисел. Его 36 букв были поставлены в 4 ряда. Первый ряд — единицы, второй — десятки, третий — сотни, а четвертый — тысячи. Этот алфавит уникален еще и потому, что из 36 букв была написана молитва Богу-Творцу, которая красноречиво выражает благодарность за то, что Он нас одарил буквами. Творец всего сущего, Судья Небесный, Всемогущая сущность, Всеведущий Царь всех времен и материй, света, тьмы, вод, всех и вся, глаз гремящий, сокровищница мыслей, Иисус Назарянин, благодать вдохновляющий, от зла отводящий, неусыпный наставник, а святых свидетель, Господь наш вожделенный, и слава Тебе, Христос. Сейчас здесь, возле церкви, стоят хачкары, изображающие буквы армянского алфавита. Монастырский комплекс Гигард – уникальное архитектурное сооружение, со всех сторон окруженное вздымающимися вверх каменными утесами. Он стоит к северо-востоку от города Гарни, выше по течению реки Азад.
Начиная с IV века, монахи и скитальцы святого Гигарта уединенно жили в этих пещерных и рукотворных скитах. Изначально монастырь назывался Айриванг, что дословно означает «пещерный» или «скальный монастырь». К сожалению, с IV века сохранились лишь архитектурные фрагменты этих скитов и часовен. И виной тому многие землетрясения и бесконечные войны. Эта церковь сооружена в XIII веке. Ее каменная часть построена князьями Иване и Закаре в 1215 году. А пещерные и скальные части сооружены во времена князей Прошьянов с 1240 по 1288 годы. С тех пор Айриванг был переименован в Святой Гигардаванг. Святой Гигард – это тот священный металлический наконечник копья, которым римский легионер пронзил на кресте Иисуса Христа. Согласно преданиям, священный Гигард принес в Армению еще апостол Фаддей, когда проповедовал христианство. Можно сказать, что в мире это единственная церковь, которая носит название Святого Копья. Гигардаванг входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО и представляет огромную ценность средневекового армянского зодчества. А с 13 по 18 века, почти 500 лет подряд, святой Гигард хранился в Гигардаванге. А с 18 века он был перевезен в святой Эчмиадзин. Гигардаванг – один из единственных монастырей, который всегда функционировал, даже в советские времена. И здесь всегда было много паломников. Mm-hmm.
На уступе извилистого ущелья, среди причудливых отвесных скал красного цвета, расположен монастырь Нораванг. Благодаря гению средневековых зодчих и его уникальному расположению на фоне красивого ландшафта, Нораванг оставляет неизгладимое впечатление. Нораванг начинает свою историю с 4 века. Эти развалины называются Святой Карапет. Слово «карапет» — это синоним слова «креститель». В 1216 году Армения при помощи войска князей Иване и Закаре освобождается от владычества тюрков-сельджуков. И здесь, в Сюнике, основывается новый княжеский род Арбелянов. Первый его представитель, Липарит Арбелян, в честь победы возводит здесь эту чудесную церковь, Святой Степанос, по имени диакона святого Стефана. В то время, когда полководец одерживал большую победу, обязательно строили храм, потому что церковь символизировала венец победы. И в память жертв, которые пали при освободительных войнах. В то время было положено основание новому княжескому роду. Образовалось новое государство. Народ начал жить с новой строки. То есть Нораванг дословно означает «новый монастырь». Любопытно, что притвор здесь одновременно выполняет функцию и мавзолея. В нем захоронены великие воины, люди духовенства и отшельники. В основном из династии Арбелянов. Известна их необычная просьба быть похороненными под ногами следующих поколений. Они хотели служить своему народу, даже будучи уже покойными. И чтобы дорога в церковь к Богу была гладкой, они хотели быть соучастниками наших молитв. Здесь, на каждом надгробном камне, кроме имени, написано: «Просим вас вспомнить нас в ваших молитвах». То есть вспомнить не их великие подвиги, а попросить для них милости у Господа. Я всегда советую тем, кто посещает этот монастырь, обходить эти камни, чтобы сохранить память о них для следующих поколений. В 1239 году была построена церковь, которая называется Сурб Аствацацин, то есть Святая Богоматерь. Построил ее князь Буртел. Первый этаж — это мавзолей, а второй — церковь. Здесь указан год сооружения. Наши деды владели числами, но писали буквами, потому что буквы для нас святы, и каждая буква имеет свое числовое значение. Ступеньки здесь крутые.
Подниматься по ним трудно, но спускаться еще труднее. Это символ того, что быть верующим трудно, но отказаться от веры смертельно опасно. Не случайно, что церкви строились в труднодоступных местах, особенно монастыри, которые предназначались для монахов и являлись учебными заведениями, вдали от деревень, городов и дорог, чтобы результативность усилий была максимальной. Неужели вот эти горы и эта река не прославляют Господа? Неужели все это не свидетельствует о Божьих делах? Человек является венцом творения, но тем самым он не должен высокомерно противиться природе, как я вижу сейчас. И мы поговорили об архитекторах, о церквях, которые имеют параметры, размеры, годы и материалы строительства. Но я думаю, что храмом является все это. Земля является храмом, и мы живем в большом храме, и самый большой архитектор — Господь. Еще в IV веке царь Трдат III и Григорий Просветитель построили здесь маленькую церковь в форме купольной базилики. А в середине V века, после землетрясения, она была разрушена. И на ее месте была построена нынешняя церковь. От церкви IV века сохранились только 25 фрагментов, которые были использованы при строительстве нынешней. Село Одзун имеет почти 6000-летнюю историю. В этом селе во время раскопок были обнаружены два мавзолея, которым свыше 4000 лет. Первым из числа 12 апостолов сюда пришел святой Фома. Прожив здесь некоторое время, он посетил перевезенную из Палестины царем Тиграном Великим маленькую еврейскую общину. Из их числа апостол Фома назвал своих преемников, двух епископов, которые в старых протоколах упоминаются как Казмас и Теодор, и пятерых священников. Нынешнее название села Одзун от слова «ацел», что означает «помазать».
Фома уехал в Индию. Перед тем, как покинуть село, под алтарем спрятал пеленки, которыми пеленали новорожденного Христа. Вот эти надписи. «Пеленки сюда принес я, Фома». Над дверью есть еще и другие записи, более раннего периода. Есть куски, где упоминаются также Казмас и Теодор. Во дворе церкви бесценное сооружение, открытый алтарь. На сегодняшний день сохранился только он. Предполагается, что алтарь был построен в конце 4-го, в начале 5-го веков, еще до образования письменности. Купол, начиная с 6 века по сей день, не был разрушен, о чем свидетельствуют сохранившиеся куски росписей на его внутренней стороне. Эта церковь называется Сурб Аствацацин, то есть Святая Богоматерь. Здесь хранится один из самых старых барельефов Богоматери с младенцем Христом. Некоторые специалисты считают, что это самый старый барельеф Богоматери с младенцем Христом. Формы волос и одежды младенца Христа сделаны в стилистике 4 века. Так изображали армянских царей на монетах того времени. Как вы видите, под алтарем три камня. Они отличаются от сплошного ряда. В средние века они были сняты, и внутри были найдены пеленки и архитектурные проекты церкви 4 века. Это надпись на арабском языке. Она была сделана во времена арабского владычества и гласит: «Это дом Божий, который приносит мир». Здесь, в окрестностях Дилижана, среди густых лесов, стоят два древнейших монастыря – Гашаванг и Агарцин. Махитар Гош родился в Ганзаке в 1130 году, а умер в Гоше в 1213 году. Могила Махитара Гоша находится в 100 метрах от церкви Святого Георгия на самой вершине холма. По преданию, Махитар попросил у князей братьев Ивана и Закаре территорию для строительства монастыря и в 1191 году заложил его основание. Гашаванг строился на протяжении 100 лет, начиная с 1191 года по 1291 год.
Одна из самых интересных частей Гошаванка – это известный хачкар знаменитого мастера Погоса с тончайшей работой, который находится возле церкви святого Григория Просветителя. По рассказам наших дедов, в советские времена все, что находилось в церквях, сжигалось. Ковры, занавески. 3 месяца из церквей шел дым. А то, что осталось от стен, коммунисты использовали как склады для зерна. Именно по этой причине многие монастыри сохранились. Следует отметить, что в 1978 году в Гоше был симпозиум, и было решено снести все дома, которые были построены вблизи монастыря. Людям дали квартиры в Дилижане и восстановили древний исторический вид монастыря. После 1978 года количество туристов резко увеличилось. А после обретения независимости в Армению приезжают туристы со всех концов земли. Из Франции, Германии, Италии, Америки и из многих других стран. Как вы видите, проводятся реставрационные работы. Хочется сказать, что впервые в жизни я вижу, с какой любовью и как качественно ведутся работы.
Это церковь святой Аствацацин. Она была сооружена еще в X веке. А уже в 1281 году при помощи князей Ивана и Закаре она была восстановлена. В средние века Агарцин – это духовно-культурный центр. Первым настоятелем этого монастыря был Хачатур Таранаци, который писал духовную и церковную музыку. Этот монастырский комплекс жил бурной жизнью с XIII по XVI века. Затем духовная жизнь здесь была остановлена. А начиная с XVIII века, здесь заново разворачивается духовная деятельность. После распада Советского Союза прежняя деятельность монастырского комплекса восстановилась. Сейчас здесь несут свою службу настоятели и священники, которые принадлежат епархии Тавуша. Существует история, что во время строительства святого Аствацацина во дворе собрались настоятели монастыря, и один из них заметил, что над куполом церкви парит орел. На армянском слово «парить» звучит как «тевацум», а «орел» как «арциф». В связи с этим есть предположение, что название «Агарцин» произошло при сочетании этих двух слов. Но это всего лишь гипотеза. Существует еще и вторая версия, которая более близка к правде. В то время в этих краях было очень много диких кошек. Их называли агар. А слово «цин» с армянского означает «рождение», «размножение». То есть агарцин может означать «место, где размножаются дикие кошки». Монастырский комплекс специально был построен вдали от дорог и всяких населенных пунктов. Ну, во-первых, это создает преграды для врагов. А во-вторых, чтобы отделиться и не соблазниться этим миром.
На побережье жемчужины Армении озеро Севан, на вершине скалистого острова в IX веке был основан монастырь Севанованг. На территории этого полуострова находились три церкви – Карапет, Аракелоц и Аствацацин. Святой Аствацацин был разрушен во время сильного землетрясения, а святой Карапет и Аракелоц стоят до сих пор. В IV веке здесь, на месте церкви Аракелоц, был языческий храм. Григорий Просветитель разрушил его и построил церковь святого Аганеса, то есть Иоанна. Эта церковь строится в честь Трдата III, получившего это имя после крещения. А в IX веке здесь, при помощи княжны Мариам, строится церковь Аракелоц в честь апостолов. А в 1897 году, благодаря усилиям хремяна Айрика и на средства мецената из Шуши Аветика Гукасяна, здесь открывается духовная семинария. В советские времена она, конечно же, закрывается, но благодаря католикосу Вазгену I семинарию удается открыть заново. Село Татеф находится в горах Южной Армении. Прежде чем подняться на эту захватывающую дух высоту, нужно спуститься в 500-метровый каньон.
На утесе, мощной и неприступной крепостью, высится Татевский монастырь. Стратегически выгодное местоположение благоприятствовало созданию здесь мощного оборонительного комплекса. Татев начинает свою историю еще в IV веке. После принятия христианства в Армении везде строят небольшие часовни. Здесь была сооружена часовня и названа в честь проповедовавшего в I веке в этих краях апостола Фаддея. Фаддей на армянском языке звучит как Татеос, что созвучно с Татевом. И это самая вероятная версия происхождения имени Татевского монастыря. Хотя существуют и другие версии легенды. Например, слово «Татев» состоит из словосочетания «та» и «тев». На армянском языке они означают «дай крылья». Иными словами, в минуту трудности и отчаяния люди просили у Бога крылья. Нынешнее сооружение, которое вы видите, это главная церковь комплекса. Была построена уже при помощи князей Сюника в 895 году. Сурб Пагос Петрос, то есть святого Петра и Павла. Затем, в 1087 году, при входе, была построена церковь святой Аствацацин. И третья церковь святого Григория Просветителя была построена уже в 1295 году. В свое время здесь был маленький городок со всеми удобствами. Так как он был построен на утесе, чтобы легко защищаться, он одновременно служил и крепостью. Здесь были и хозяйственные постройки, конюшни, гостиницы, столовые, кузницы. Одним словом, здесь были все условия для жизни. После землетрясения 1931 года здесь практически все было разрушено. Сейчас мы подходим к знаменитой качающейся колонне, построенной еще в 906 году. После того, как была построена церковь Пагос Петрос, сюда для благословения приезжает католикос того времени. В руке у него был жезл. Проект этой качающейся колонны был скопирован архитекторами с того жезла католикоса. Эта колонна служила людям и солнечными часами, и предвестником беды. Дело в том, что от топота приближающейся кавалерии, от сильного ветра или от землетрясения колонна начинала раскачиваться. И поэтому люди определяли, что их ждет в ближайшем будущем. Но после землетрясения 1931 года колонна была повреждена и, как прежде, уже не раскачивается.
На высоте 1800 метров над уровнем моря, в живописной долине, расположен популярный горнолыжный курорт Цахкадзор. В его северо-западной части находится монастырь Кечарис. Монастырский комплекс Кечарис был основан в промежутке между 11 и 13 веками. Кечи на армянском языке означает «береза». Свое название Кечарис получил из-за находящейся в ту пору на территории монастыря березовой рощи. Первой здесь, в 1003 году, была построена церковь святого Григория Просветителя. Основателем этого монастырского комплекса считается Григор Магистрос. Затем, в 1051 году, была построена еще церковь, Святой Ншан. И лишь почти через 200 лет, в 1214 году, была построена церковь Святой Катогике. Ее архитектором был зодчий Вицик Вардапет. По преданию, он погиб во время строительства, упав с купола. Его похоронили в восточной части церкви. В то время монастырский комплекс Кечарис был духовной семинарией и центром переписи старых рукописей. К сожалению, на сегодняшний день древние рукописи здесь уже не хранятся. В основном они хранятся в Мати-на-Даране. Эта церковь, как, впрочем, и все другие, в разные времена подвергалась гонениям, но самые трудные периоды были при нашествиях сельджуков, которые совершали ощутимые разрушения и разграбления. В 1998 году начались восстановительные работы монастырского комплекса Кечарис, а в 2000 году они были завершены. Епископ Аракел Карамян, который по настоящее время является настоятелем епархии, освятил этот святой монастырский комплекс. В 10 километрах от второго по значимости города в Армении Гюмри находится монастырь Мармашен. Архитектура главного храма Мармашена –
это уникальное развитие композиционных черт армянской архитектуры конца X века. Этот шедевр начинают строить в 988 году по чертежам архитектора Трдата, а заканчивают в 1029 году. В течение 41 года, с некоторыми перерывами, было построено 3 церкви. До строительства монастырского комплекса в Аграмом Пахлавуни здесь уже было 4 церкви 5 и 7 веков. К сожалению, от них сохранились только основания стен. Почти 100 лет, с 1912 года по 2005 год, этот монастырь был закрыт. Но сейчас монастырь снова открыт. К счастью, во времена Советского Союза здесь ничего не было разрушено. Скотину в церквях не держали, всегда было чисто. Слава Богу, сейчас все чисто. Да благословит всех нас Господь. В старинных церквях и замках, среди высокогорных озер и величественных скал Армении, спрятаны тысячи историй и множество загадок великой армянской культуры. Армянский народ бережно хранит ее с глубочайшей древности вплоть до наших дней, вот уже несколько тысячелетий.